Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Екатерина Остапев, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Марина Волынкина. Мы поздравляем ее, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички – компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. 5-го дозвонившегося на этой неделе не было, и денежный приз, а это уже 250 рублей на телефон, мы переносим на следующий номер. Теперь два приза в конкурсе на детской страничке в еженедельнике «Волна». Сладкий подарок и 50 рублей на телефон. Мы ждем ваших звонков по новому номеру телефона 35525 каждую субботу с 10 до 15 часов. Желаем удачи и приятного семейного чаепития. Мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей» и два сертификата на поздравления на кабельном телевидении «Волна». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 10 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. Итак, первым победителем на сегодня становится Наталья Величко. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 13 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И вторым победителем на сегодня становится Александр Горбунов. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 10 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. И последним победителем на сегодня становится Марина Казакова. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». На этом наша передача подошла к концу. До свидания, увидимся ровно через неделю.